Добрый день, друзья! Сегодня у нас очень вкусный закусочный бутерброд под названием «Русский». Туда входит селедочка, вот такая вот малосоленая, значит, можно использовать в винном соусе, горчица, хлеб черный, но лучше бородинский, картофель, отваренный в мундире, свеколка и красный лук. А также немного зелени. Итак, для начала чистим картофель в мундире и свеколку. Ну да, и забыл сказать, конечно, небольшой кусочек сливочного масла нам понадобится. Итак, бутерброд. Вот такими вот кусочками нарезаем бородинский хлебушек. Далее мажем тонким слоем горчички. Каждый бутербродик. Так, ножичком размазываем. Много горчички не надо, совсем чуть-чуть. Вот так. После этого кладем по маленькому ломтику сливочного масла. Так, на каждый бутербродик. Затем по кусочку картошки. После этого кладем вот по такому кусочку лука. Значит, лук, если кто не любит острый лук, можно залить кипятком и подержать до остывания. Тогда он будет очень вкусный и остроты не будет. Сверху каждый бутербродик прижимаем кусочком свеклы, кладем понемножку зелени на каждый бутербродик. Тоже много не надо, потому что бутербродики у нас маленькие. И сверху по вот такому кусочку селедочки. И вот такой вот закусочный бутербродик у нас готов. Всем приятного аппетита!